Здравствуйте, дорогие зрители. Лиман в аквариуме продолжается. Как видите, растения водоросли на камнях, которые были в прошлый раз запущены. Так скажем, по крайней мере, они не отпали от камней. Но и буйство роста этих водорослей я не заметил. Их едят хорошо креветки полимоны, которые были взяты с лимана. Так вот, видите, вот это полимоны. Бычки, цуцики живы. Также рыба уклейка, предполагаемая, жива. Но она, конечно, очень пугливо себе там разбила нижнюю губу. Ну и практически не питается. Но уже вторую неделю, грубо говоря, она живет. Как вы можете заметить, нижняя губа у нее повреждена. А кормлю я всех этих обитателей заморозкой. В основном замороженной артемия, циклоп, ну и другие заморозки. Также в этом видео я решил снять при помощи линз вблизи креветок, улиток, теодоктусов, которых в последнее время очень много в лимане. И растительность микроскопическую, которая растет на камнях в аквариуме. Бычок цуцик. Планирую в ближайшее время, когда буду на даче, наловить их побольше. Они довольно-таки резвые, в отличие от обычных бычков. Там бычок-кругляк, он в норе где-то спрятался и сидит. А эти бычки часто на виду, и очень интересно за ними наблюдать. Полимон ест растительность с камня. Этот уже камень оброс у меня в аквариуме. Такая вот непонятные водоросли растут. Типа черные бороды, зеленые какие-то. Очень сложно определить, что это за растючка. Использовал я для ближней съемки с увеличением обычные линзы. У меня была старая видеокамера Panasonic. Это теодоктусы. Я разобрал ее и повытаскивал линзы. Прикрепил я на герметик. Ну, вернее, не герметик, там такая уплотнитель, типа резиновый такой, липкий. Часть рыб игл я убрал больших, потому что они слишком большое население было. Потери из креветок, две креветки погибло. Ну, еще штук 16 осталось. Крабы себя чувствуют довольно-таки хорошо. Усиленно линяют, растут. Ну, конечно, было бы очень хорошо, если бы водоросли, которые я с камнями поместил в аквариум, все-таки начали немножко зеленеть. Был бы аквариум более выразительным. Ну, ожидаю, может это и случится. Но пока что, ну, по крайней мере, водоросли не отпали. Когда я не использовал воду с лимана, водоросли буквально за неделю все осыпались с камней. Ну, отпали и пропали, так скажем.
здесь пока что они держатся. Смотрите мой канал, ставьте пальцы вверх, будут новые видео, подписывайтесь. До новых встреч, ваш Саша Сашевич. До свидания.